началом этого видео давайте подпишемся на канал Грант. Это чего снимают прикольные и познавательные видео. И всем привет, дорогие друзья, вы на канале Bell Channel. Сейчас мы будем проходить портал 2 вместе с моим другом Лёхой. Ссылка на его канал, если что, будет в описании. У меня другой канал, чувак. Ссылка на его канал в любом случае будет в описании. Так, субтитры. Субтитры я не буду ставить. Если что, ребят, Лёха здесь 3 уровня прошел, а я только что скачал эту игру. Плюс прошел еще первую часть портал. Да. Так что можно мне подсказать, как это будет. Давай обычный совместный режим я выберу. Давай. Обычный совместный режим. Я отправил приглашение. Ладно, давай я сейчас присоединюсь. О, загрузка. Я только знаю, что будет бесить то, что уровни будут долго грузиться. Ну и ладно, пусть грузится. Я вот помню раньше, типа, на английской версии в Portal играл, я так и не мог понять. Я еще не загрузилась. У меня какие-то роботы. Ну, это игра про роботов, ты дурачок. Нет, я знаю. По идее, так-то в основном. Мы играем за женщину. Чё? Ты чё? Да. Ну ладно, не спойли. Да, напарник. В смысле за женщину играем? Там 2 робота как бы. Да, я знаю, 2 робота, но... Но в одиночном режиме играем за женщину. В смысле? У меня загрузилось, я тебя слышу. А чё так громко? Погода, дай звуки убавлю. Как жестко ты, блин, долбануло в уши. Нихера. Охереть. Красиво, да, выглядишь? Как я не понимаю его скилл. Так, все. Ой, я синий. А почему я тебя в игре слышу? Я тебя тоже слышу в игре. Ладно, давай так, как мы поем. Своему напарнику. А, нажми настройки, нажми настройки. Escape, настройки, потом аудио. И по нажатию... Нет, отключи активацию микрофона. Где это? Ты слепой. А вот. По нажатию клавиши готово. Все, давай. В следующих тестах потребуется работа в команде. Понял? Для упрощения совместной работы вы оба оснащены сигнальным устройством. Окей. Синий, с помощью сигнального устройства укажи свое любимое животное. Так. Петух. Мартыха, мартыха, мартыха. Петух. Мартыху выбери. А это волк, да? Мартыху. Мне дикобраз нравится. Хорошо. Оранжевый. Посмотри на любимое животное твоего напарника. Хорошо. Дикобраз. Оранжевый. С помощью сигнального устройства укажи любимый элемент периодической таблицы. Правда? Хорошо. Ты же ничего не понимаешь. Посмотри на интересный выбор твоего напарника. Я ничего не понимаю. Вы можете использовать свои сигнальные устройства, чтобы указать напарнику, где вы просите его разместить портал. В этом тесте я буду изображать твоего напарника. А что это за говно? Сигнальное устройство, пожалуйста, укажите, где мне разместить 2 портала. Укажите оба места. А, то есть, мне получается... А мне куда? А, подожди, стоп. Синий. А куда? Портал а, мне сюда. На белый, портал пригодной поверхности. Оранжевый. Портал может быть только на белый, портал пригодной да. поверхности. Короче, чувак, ставь его
знаешь куда? Я вон туда поставил. Посмотри назад. А как ты выходить-то будешь, дурачок? Вон туда поставь. Вот сюда, да. Теперь войди в него. Оранжевый термин получает портальное устройство. Теперь, знаешь что? Теперь, по идее, мне надо. То есть, теперь... А как я тебе-то сделаю портал? Наконец-то у синего есть портальная пушка. Каждая портальная пушка может создавать два связанных портала. Протестируйте устройство, переместившись через портал. То есть, смотри, ты ставишь на белую, а потом входишь. Ну, давай я тебе покажу, Данил. Смотри на меня, дурачок. Вот. Нет, неправильно. Данил, как удалить? Как удалить? Никак. Смотри, вот сюда поставь порталку. И потом ходи. Понял? Что за говно? Так, ты где? Да ты дурачок! Надо ж проходить! Ты совсем не то делаешь. Просто где иди я? Туда, сквозь этот портал. Вон я в какой-то жопе. И чё? Я возле какого-то... Всё. Вот, входи в него. Привет. Сейчас ты должен, по идее, войти, и ты встань на кнопку встань. Ну не подсказывай, я сам. Калибровка веса оранжевого. Отклонений не обнаружено. 25 килограмм. Ну а на шутку миллион килограмм вижу. Походи. Ваше сигнальное устройство. Я к тебе хочу. Чтобы указать напарнику конкретное место. Так. Я к тебе хочу. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай заходи в портал. По идее, ты ко мне должен попасть. Нахуй вообще. А как мне попасть? Сейчас думать не надо, подожди. Во, заходи. О, четко. Я прошел. А ты можешь пойти? Да, я прошел. Я тебе все активирую. Так. А, все, понял. Нажми и получи куб. Я знаю. Я смотрел. Определенный кубой откалиброван. Отклонений не обнаружено. Вы знаете, как люди расстраиваются при отклонениях веса. Если хотите расстроить человека, скажите ему, что его вес ниже или выше нормы. Ха, нормально. Так, думаем. Встань. На кнопку. Это не кнопку, сюда кубик надо поместить. Я знаю как. А, все, я понял, кнопка. Что за говно? Он разрушился. Ты портал можешь там сделать как-нибудь? Он разрушился. Ты можешь, ты сквозь портал с ним пошел. Там у тебя портал. Да, у тебя портал. Дай мне кубик. Дай мне кубик. Все, готово. А, вот, все, иди проходи туда. Бегу. Сейчас, по идее, я тебя должен... О, давай мне. Бери. Все. Готово. А ты меня оранжевым видишь? Нет, ты синий. А, понятно. Вставай на кнопку. А я оранжевый. Теперь. А что дальше-то? Туда прыгать нельзя. Стоп, погодь. А что я активирую? Стоп, я ж по идее к тебе могу, да? Так. По идее, да, я могу к тебе. Давай пройти. вот сюда, пульни вот сюда. Во, и... пуляй. А, нет, подожди, нет, не могу. Так ты можешь. Я не могу. Ну, если ты не можешь, ты можешь. Вот, давай. Могу. Вот, ты прошел. Ну, ты проходишь, да? Иди туда. Слышишь? Иди туда, пройди. А. Покажи. Все, понял. Подожди, стой. Дай я тебе открою. Как-нибудь. Что ты творишь?
А, я понял. Вот так делаю, и вон там белое есть. Вон туда. Давай. Туда не надо. Так как? Там места слишком мало для этого. А куда? Собака. Интеллектуалы. Нажми, стоп! Я понял, нажми. Стой. Проходи. Ну ладно. И чё, где? Что за говно? Всё, иди сюда, прыгай. Нажимай на кнопку. Ня! Наконец-то. Я уже не надеялась возобновить испытание. Иди. Вы первые роботы, прошедшие калибровку. Нормально. Фига себе, мы жесткие. Хватит. Завершение испытания не оправдывает такое поведение. Мне достижение дали. Продолжим испытание. Дай 5. Давай. Я сам себе дал 5. Можно бегать? Нет, нельзя. Так, ну что тут делать? Идем. Нормально. Нас разобрали. Да. Ну, прикольная игра, мне пока что нравится. Первое впечатление вообще топ. И озвучка русская, все русское вообще четко. Блин, ну, вообще я сейчас 2 FPS просела. У меня такая же фигня. Это из-за того, что уровень снижается. Все. Это автоматизированный центр развития, тренировки и экспериментов на людях, или Синтек. Но давайте называть его просто распределитель. Все совместные испытания начинаются в этом распределителе. Отсюда мы перемещаем вас в новую зону тестирования. Ну, вообще-то я хочу что-нибудь поделать. Нет, я просто тебе показываю. Ты потом поймешь, что делать, и все. Что за говно? Я сам не понял. Зачем мы так долго ждали, чтобы сюда прийти и в другие лучи залезть? Не знаю. Снова здравствуйте. Эта зона была изначально предназначена для людей. В ней важно сотрудничество. Иди, проходи. Нас, людей надо учить сотрудничеству. Иди, проходи, давай быстрее. Нажимай на кнопку. Зажми таб. О, я типа твоего лица могу видеть? Да, мне это написало. Здесь камера какая-то есть. А, я понял. Все, понял. Иди проходи. Вот я дверь открыл. Да, туда. Оранжевый получает 5 очков научного сотрудничества. Ты ко мне телепортнуться не хочешь? А как? Не знаю. Я к себе не могу. Ну-ка, давай сюда прыгну. А, тут надо вдвоем пройти, а чё, в смысле? Ну да, типа. А как? Ну-ка, пройди-ка обратно. И стой там. Да, я все правильно. Так у меня здесь кнопка есть, давай ко мне заходи. Нажми. Так я зашёл кнопку. Сделай, короче, туда портал. А, да, точняк. Да, туда портал сделай. Все готово. Проходи. Так ты тупой, идем. Так проходи. А, да. А ты что за мной это пошел? Проходи. А где мы? Так иди, да, иди его. Иди дальше. Я уже путаюсь в этом портале, у меня глюки какие-то. Ой, а чё? А я-то пройти не могу. А, ты же можешь портал поставить, иди обратно. А как? Пройди. Просто поставь у себя портал и рядом с моим. Куда-нибудь. Вот сюда, к примеру. Как я туда поставлю-то? Выйди. А, я понял. Открой. Вот туда. Все, давай, заходи. Только открой мне. Мне открой перед этим. Готово. Ты мне не открыл. Я уже понял. Ты что натворил? Ой, а ты нафиг там вышел? А что за говно? А что делать-то? Иди давай. Вот, идем. Ты дурачок. А куда?
А я не понимаю ничего, у меня глюки. Ну, иди, иди снова, ты правильно сделал. Да у меня глюки из-за этой игры. Да ты дурак, сюда, сюда иди. Походи уже, заклевал. Ой. Ну походи уже быстрее. Куда? Помнишь, у тебя там портал стоит? Поставь портал снова, второй. Куда, сюда? Да. А куда идти? Всё, сюда? Всё, проходи, проходи. Ну проходи, дурачок. У тебя портал исчез. Дурачок, проходи. Так ты даун. Даун. Портал, проходи. Чё ты? Ты тупой, дурачок. Чё ты делаешь? Прекрасно. Хотя наука всегда предполагает коллективную работу. Помните, что как погнали. В случае с Эйнштейном и его кузеном Терри, в историю войдет только один из вас. Сэй, попробуй сейчас на таб нажать. А, вон. Во, мне схему показывают. Из чего в смысле ожидания напарника? Ну вот. Знаете, в некоторых человеческих видах спорта победителем считается тот, кто наберет меньше всего очков. Я подумала, вам это интересно, как и большинство победителей. А, понятно. Стоп, погодь. Убери. Идем. Так, стоп, подожди, нажми. На что? Иди обратно. Ты тупая на другой стороне. Ты уже заколебал. Иди обратно и нажми на кнопку. Вон, видишь, я тут стою, видишь, портал. Всё, да? А, еще раз нажми, не успел. Тут пока стой там, никуда не уходи. Наверить надо. Дальше. Нет. Проходи. Куда? Проходи. А, в твой, окей. Я на тап нажал и понял где-то. Сейчас. Тут что делать надо? Давай. А нет, подожди. Надо куб. Надо одновременно нажать. Сейчас. Раз, два, три. Может здесь сначала? А, я понял. И ты туда портал поставь, все, погнали, нажимай. Где? И чё? Наконец-то. Мне дай. Очень хорошо. Вы двое прекрасная команда. Благодаря тому из вас, кто делает всю работу. Скажи спасибо, мне думаю. Вот я нажми на там. Ну, черный экран. Ну, это прикол, да? А, ё-мэн! Мне показывают, как тебя собирали. Вставили в экзоскелет, короче, какое-то типа яйцо. Так меня тоже, мне тоже это показали. Смерти, если так участники пренебрегают общением, вот тут, командной смотри, это, типа, работой и взаимоуважением. Поэтому для одного из вас это станет интересным чего? Испытанием, учитывая сомнительные способности второго. Я под лазер встал. Ну-ка. Ну-ка. А, дебил! Готово. Подожди, стоп. Чё тут делать надо? Подожди, кто-то... А, я понял. Что за говно? Убери это. А теперь поставь портал тут. Вот тут вот портал красный поставь. Где? Бачок, вот тут. Вот... Нет, вот тут вот, вот тут. Все, идем дальше. Ну. Они меня убьют. Я знаю. Погодь. Что за говно?
Слушай, ну-ка еще раз. Вон он, вон шар. Больно. Я знаю, конечно, как их забадать. Да не надо. Ой-ой-ой, а чего они тут такие жесткие? Я помню, как их багал. Да не надо. Так как интересно. Багал? Надо сзади не встать, короче, чтобы... Дэн, что тут делать надо? Ты придурок тупой. Ты дебил. Да ладно, все, хватит. Дохни. Все, хватит. Дохни. Мой кол. Я. Все, хватит уже. Хватит реально до него. Нет, я... Да ты задрал. Убил. Ладно. Да, у меня случайно. Так, надо сделать так, чтобы портал сработал. Что делать-то надо? А если так встать? А, я понял. А нет, не понял. Не понял. Дурачок. Так, сейчас надо подумать, как должен быть. А что ты, делать надо? Тут надо, чтобы, короче, этот лазер вот в эту штуку. Ну давай, на изи. Попробуй. Так, успехи. Да хватит. Да ты дурак, их нельзя так. Ну невозможно. Ну-ка встань. Надо что-то делать, иди. Во-во! Я... О! Тут как бы сквозь стекло работает. О, ты такие тупые, блин. Сквозь стекло работает. А-а-а-а-а-а! Что творишь? А что это говно делает? Я сам не знаю. Эта штука ведь нужна для чего-то. Ну-ка, подумай. Там кнопка какая-то. Это не. Видишь? Вон, смотри туда. Туда. Ого, дай подумаю, как тут работает эта штука. Ее надо, чтобы лазер попасть туда. Ну как это сделать? Еще эти тупые боты мешают. Лазер заработал. Можно ли как-то взаимодействовать? Что делать? Ну, блин. Ну вот эти белые штуки нужны для чего-то. Эти белые штуки, да. По-моему, да. Ну блин, надо как-то лазер перенаправить, но я не знаю. Надо, чтобы эта фигня работала. А-а-а! Чё? Чё делаешь? Видишь? Сквозь портал можно его пустить. Ну, я знаю. Надо сквозь портал пустить. Вот тот портал, вот этот портал перенаправь вот сюда. Вот сюда его перенаправь. Что?
Осталось только подумать одно. Вон мы активировали все. Ладно, что-то я пожертвую, наверное, с собой. Ты дебил, ты взорвал эту лампу. Какую? Так она уже бесполезна. Она нам не нужна. Ну ты дурачок, ты что делаешь? Меня лазер оттолкнул. Ты дурачок, конечно, Вася дурачок. Что делать-то надо? А кто-то должен поставить портал так, чтобы можно было туда пробраться. Нет, ты неправильно сделал. Я правильно сделал. Нет. Он туда надо. Тупой? Вот, работает. Ты тупой? Отойди. Что ты творишь? Смотри, видишь лесенка? И чё? Чё с лесенкой? Там же нормальная лесенка работает. Я тебе говорю вот так, дай мне. Сейчас. Туда направь. Туда. Вот, видишь? А! Я понял. Для новичков, блин, наделают еще. Леха, перенаправь свой лазер вот сюда. Стоп, а что делать, я не понял. Вот так делать. Что ты натворил с моими лазерами? Вот. Нет, уже. Он тут панель. Подожди. Да как? Да ты дурак, ты нафиг свой портал-то ставишь? Все, теперь я ставлю тут свой. Ты ставишь тут и тут. Понял? Где? Вот тут? Тут? Да, и тут еще сверху. И чё? Всё, теперь. Дай мне куб. Ну на. Куб, говорю, дай мне нормально. О. Так. Ты ведь как-то там поднимал, там все работало. Да, подожди, стоп. У нас портал криво стоит. Вон все заработало. Не, подожди, что заработало? Сейчас вообще ничего не работает, молодец. Вон заработало. Только одна заработала. Подожди, надо чтобы две. Да подожди, ничего не двигай. А еще как? Не двигай. Работает только одна. У тебя портал криво чуть стоит. Поставь его правее. Прямо правее, говорю. Ты должен прямо. Вот так вот. А чё? Ты куб двигал? Подожди, стоп. Подвинь, чтоб на этот был. А нет, у тебя портал. Ну-ка, поставь ещё портал правее. Поставь портал правее, пожалуйста. Поставь портал правее, я тебя прошу. Ну не тот же, ты дурачок. Вот. Ну? Мой портал надо по-другому поставить. Так они криво будут все. Стоп, так вот. Они кривые. Всё. Вот эта штука еще не работает. А вот. Все, норм. А вот она бесполезна.
Да Лёха ничего не двиг... Вот эту штуку осталось. Вот эту, чтоб работала. А это как мы сделаем? Ты дурачок, какая штука, чтоб работала? Ты дурак, это чтоб куб вывалился. Интеллектуал ты, Фиба. Беги вперед. Иди. Ай. Давай, я сейчас делаю, чтобы он не спит. Вот, иди. Дебил! Чё? У нас все перестало работать. Сейчас все будет. Это я умер просто из-за этого. А что делать надо? Ну блин, надо их как-то сзади к ним пробраться, так после не получится. Ну давай. Блин, как бы пробраться? Давай я. Я сейчас умру! Как это работает? Как это пройти-то? Чё с ними надо делать? А, можешь попробовать? А, я понял! Ну-ка, встань! Я понял, что делать! Мы все это время тупили, иди! Встань! Куда? На куб? На кнопку встань. Я подвинул случайно. Я понял, что делать. Мы там дурачки, понимаешь? Просто дурачки. Что ты делаешь? Они ведь одни из нас. Нормально. Их уничтожение является частью испытаний. Да. Они для вас не важнее, чем вы для меня. Я забыла, что лазером можно уничтожать. Ушли. Сорян, моя ошибка. Сообщив счет каждого из участников, я бы обесмыслила здесь этот такой тест. Интерьер крутой. Но могу сказать, что сидит один из вас справляется очень-очень хорошо. Пройдите в следующую тестовую камеру. Подожди, я угарнула. Тупой. Мэн. Не знаю, что вы делаете, но мне это не нравится. Прекрасно. Ну-ка, если... Вы двое демонстрируете прекрасную командную работу, в которой один из вас разбирается со всеми интеллектуальными испытаниями, а второй иногда предлагает помощь, если тест вдруг превратится в помощь. Что за говно? Как ты так... Подожди, ну-ка, давай еще раз. Идем. Думаем. Так, тут надо перенаправить лазер, я уже понял, что делать. Здесь давай на кнопку. А ты это не проходил? Давай на кнопку. Нет, я совместно вижу. Давай на кнопку. Так, а дальше? И что нам куб надо взять, как бы? Вон. Как? Я понял. Нет, не понял. Ну давай опусти. Опусти, помоги мне. Чтоб меня не... Где? Дойди. Давай вниз. Вниз? Вот, иди налево. Не-не-не, стой. Пойди. Все. Окей. Проходи, дурачок. Иду. Бери пух. Вверх тебе надо то же самое проходить. Что ты творишь? Наоборот делай, наоборот. Наоборот. Мне туда вернуться надо назад. Назад возвращай. Подожди.
плохо. Все, а теперь спускайся. Спускайся. Ну, спускайся просто. Сходи. Ну с кем не бывает. Давай я уже. А как мы обратно? Давай. Сюда. Ой. Тупой. Не бывает. Так. Да стой ты, дурачок. Да ты заколебал, Ярик. Нет, немного подвинуть куб. Все. Нормально. Может показаться, что я веду учет ваших достижений лишь с помощью очков научного сотрудничества, но это не так. Каждый аспект поведения будет учитываться при выставлении окончательной оценки. Например, синий, ты только что потерял 2 очка открытых возможностей. А? Молодец. А почему ты потерял 2 очка открытых возможностей? А, я Атлас, а ты Пейбой. Это не соревнование. Но будь это соревнование, выиграл бы синий. Но это не соревнование. Оранжевый получает 5 очков научного сотрудничества. Yes! Туда надо перенаправить. Это опасно. Это очень опасно. Надо, чё? Чтоб еще был еще один куб. Где как? Я понял, смотри. А, я понял. Не понял. Что ты наделал? Да не, у тебя сперва надо на ту. Иди, типа, пройди как-то, что что-нибудь. Давай. Поставь куб, я сдохну. Чтоб он светил туда. А, туда? А, не делай его. Да, все правильно, все правильно. Давай, теперь вон туда, в эту штуку. Тебе надо быстро уйти. Вот в эту его, да, мне быстро надо. Я понижу портал, чтобы ты быстро прошел. Ну ладно, и так тебе. Фух, надо. Была не была, прыгай, быстрее, прыгай. Прыгай, дурачок, мало. Давай. Сейчас тебе надо будет быстро туда попасть. Так, дай осмотреться. Сейчас ты получишь. Там некуда. Ты что творишь? Все, быстрее. Иди. Нет, походи, нормально. Заходи. Все, красавчик. Йоу, мэн. Осмотрись. Так, теперь ты поставь портал. Вон, иди туда. Ага, а как я думаю, что туда пойду? А хотя да, так. Часто заступить буду. Потому что ты это не проходил, вот и тупить будешь. Оранжевый, у вас дар проходить такие тесты. Это не лезть. В научных делах вы неотразимы. Слышал? В научных делах мы неотразимы, да. Мы умные. Ну тут уже IQ решает. Кто как дух. Ну да. Я вообще на изи это прошел. Иногда испытания должны проходить за пределами лаборатории. Этот тест будет так далеко, что я даже не могу, то есть даже не скажу вам, что вы ищете. Узнаете, когда найдете. Что за говно, где мы? А, это фокусы Гладус. А чё мы ищем-то? Может, у тебя?
сюда можно. Я знаю, вот сюда. А как? Что нам делать надо? Мышки начинаем, я должна там уходить. Вон там портал поставился. А! Убери. Давай в один... А, ну ладно. Я так быстро сообразил. А, понял. Надо... Нам диск брать. Надо, диск надо найти. Давай. А вот сейф. Туда надо попасть. Ну-ка, давай еще раз. Раз. Ну, иди к сейфу, иди к сейфу. Два, три. И чё? А чё, как? А, тут надо в два раза нажать. Вот, иди сюда, тут второй ещё. Раз, два, три. А чё делать надо? Тут нажать просто на Е. Раз. А, ну давай. Два, три. Ня-ня-ня. А, я понял, давай. Давай, раз, два, три. Ня, ня! Нормально. Мы же можем был портал заюзать. А чё ты дальше? Я не понимаю. Нет, мы застряли. Нет, не застряли. Не застряли. А чё делать надо? Так вон диск. А, мы диск должны искать. А, ну да, отлично. Иди, давай, походи. Там ведь нарисовано диск. Да-да. Видишь, вон диск. Все нормально. Поздравляю. Вы завершили абсолютно бессмысленное испытание. Ой, я почти забыла. Когда вы покидаете зону тестирования, единственный способ, как я вас могу вернуть, насильно вас разобрать и аккуратно собрать снова. К счастью, вы не чувствуете боли. Лучше бы наоборот. В любом случае, вы никак не можете показать, что ее чувствуете. Кстати, это рассматривается как неудача. Ты дурак? Что ты сделал? Вообще-то не я был, это Гладус. В смысле? А зачем ты в меня стрелять начал? Я в тебя просто так пострелять хочу. Ты где? Ты не знаешь, что я тебя не могу убить. Ну ладно. О, достижение. Командная работа. Хватит. А вдруг вы застынете в этой позе? Кажется, тренировочный аппарат не исправен. Как это работает? Что ж, проведем тест и посмотрим, что получится. Снова это бессмысленно. Это два! Да хватит уже, задрал! Йоумен! Создана, чтобы повышать в людях уверенность в себе. Поэтому испытания представляли собой их 5-минутную прогулку, за которой следовало 10 минут восхваления. Как хорошо они справились. Ребят, короче... К счастью, не люди. Я подкорректировала тесты, сделав их более сложными и менее стивыми. Ладно, давай посмеемся. Ребят, короче, на этом моменте... Ну не надо. Ребят, короче, на этом моменте мы закончим эту серию по Portal 2. Если вам нравится, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и на канал Лёхи, ссылка на его канал будет в описании. Подписывайтесь. Короче, ставьте колокольчик и не пропустите следующую серию по Portal 2. Всем удачи, ребята, всем пока.